Хей, гайс, мы с Паки, сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Наконец-то. Моё первое выживание на этом канале. Жалко, что старые мои каналы заблокировали, но теперь я буду восстанавливать все это. Я буду играть в этот грёбаный Майнкрафт с вами вместе. Да. Опять же, у меня нету деревни. Вот у меня какая-то херня сейчас происходит, что... У меня нету деревень, хоть у меня лицензионный Майнкрафт, да, но у меня нету деревень. То есть я его покупаю, майн, да, а у меня нету деревень. Если что, то если вы профессионалы в Майнкрафте, да, и вы разбираетесь в этом всем, то скажите мне, пожалуйста, как мне вернуть эту грёбаную деревню. Ладно, сейчас я поставлю пока что на паузу. Господи. Техническая пауза, и мы продолжаем. Так, сегодня мы будем выживать в Майнкрафте, то есть на Блэд. Он у меня лицензионный, так что он у меня лагать не должен. Так. Будем играть мы сегодня на легком. Ну, то есть будем выживать до... Пока не убьем всех монстров. То есть Визера, Эндердракона, ну, короче, вы поняли, да? Как проходится нормальный Майнкрафт. Так. Мне, конечно, одному будет скучно выживать. Если вы захотите, то я могу кого-нибудь позвать. Но это, знаете, в два раза быстрее пройдется Майнкрафт. И вы скажете мне, типа, чувак, ты рофлишь над нами. Ты записываешь, типа, один, и ты хочешь, чтобы кто-то с тобой еще выживал? Нет, ну, если по вашему желанию вы захотите, чтобы со мной кто-то еще выживал, то я буду записывать это. Типа, как... Мы выживаем с кем-нибудь. Вот так, короче. О, господи, серьезно. Короче. Да фак! Как я давно не играл в Майнкрафт. Знаете, вот. С прошлой записи. С прошлых записей, да? По Майнкрафту я вот... Ааа, нахрена мне лопата была. Нужна. Ладно, пофиг. То есть с прошлых записей по Майнкрафту я не записывал его. Только из-за того, что... Ну, я выживал, да, но не в записи. То есть... Что это? Что со мной? Мне так кажется, или... У меня экран двигается. Не, ну понятное дело, что двигается, но... Не настолько, господи. Я как будто бегу в реале. Ладно, окей. Либо у меня галюны, либо... Майнкрафт изменили. Скорее всего, Майнкрафт изменили, потому что это... 1.13.02. Но записываю я Майнкрафт не просто так, я хочу просто возродить свой старый канал. На моем старом канале вот весь контент состоял из Майнкрафта, то есть... прикол в чем, что типа... Майнкрафт это моя жизнь, Майнкрафт! Нет, это не так. Майнкрафт, да? Я выживаю просто для удовольствия, чтобы вот мои внуки типа... Дедушка, а ты играл в Майнкрафт? Я такой... Да, внучок, конечно. Ну, я хочу просто записать для вас контент. И, конечно же, я вас прошу. У меня, может быть, будут два ролика в неделю. Если вы захотите, если вы поставите на эту серию 10 лайков. 10, я не прошу для вас 20 лайков, да? Если вы поставите 10 лайков, выйдет новая серия. То есть, в этой неделе я... выпущу еще один ролик, то есть, ну вы же понимаете, да, что это не просто так, я хочу знаменитым стать. Мне показалось, или это... А, это свинья. А, блин, это же 1.13.02, это не 1.14. Ну сейчас пока что до ночи мы будем собирать дерево. Вот так вот.
короче. Это как симулятор лесоруба, да? А, предлагайте, конечно же, свои варианты в комментариях, если они у меня их не закроют, комментарии, да? Вы предлагайте свои игры, я их буду проходить для вас, чтобы... Ну, это было интересно, чтобы для вас. Чтобы, ну, блин, я хочу прислушиваться к тому, что говорят мои подписчики. Только не пишите, мои хейтеры, что типа, удаляй канал, там... Есть такой один хейтер у меня на канале. Денис, я знаю, что ты смотришь мои ролики. Так, короче. Сейчас полстака, короче, накопаю. Но может быть больше, да, и начну. Может быть, строить дом. Блин, вы не видели то выживание 3 месяца? Оно называлось 3 месяца. Я выжил в нем месяц, да? И по какому-то случаю, да, просто мне удалился Майнкрафт. Я просто охренел. Я его, главное, купил, да, потратил на него 520 рублей. А он взял просто и слился, блэд. Вот так вот. Сейчас у вас немного маленькое подкачивание было. Я просто перевернул телефон. Мне просто удобно не было, да. О, 2,5 стака. Нормас. Так, сейчас начнем, наверное... Так, извините, сейчас еще раз покачивание будет. Вот так, маленькое. Сейчас мы еще будем строить дом. Теперь будем строить дом. Так, может быть, пойдем в шахту? Ай, блин, конечно, в шахту. Ай. Управление клёпанное, честное слово. Извините, если что, я правильно, ну... Если что-то не так говорю, то... Простите меня, пожалуйста, я просто настолько тупой, что вместо кирки я крафчу лопату, а вместо лопаты я буду крафтить топор. Да. Вот так вот, короче. Ну, ролик, конечно, у меня не бесконечный. Я сейчас посмотрю, сколько он уже идет. Семь минут. Ну, ролик будет где-то минут 11, потому что мне сейчас будет, надо будет монтировать. Так, ну я сейчас пока что построю такую маленькую коробочку. Вы знаете, вот, если олды здесь есть, да, со старых моих каналов, то они знают, что я большие дома не люблю в Майнкрафте. Да и так в реальной жизни. Хоть и в двухэтажном доме живу, но... Меня бесит только то, что, типа, это как американцы, да, они живут в огромных домах, но, блэд, они обсираются просто выходить в туалет ночью даже. Вы понимаете, да, вот, кто смотрит ужастики там, или всякое такое вот дерьмо, как я, да, то они поймут меня. Просто, вот они живут в таких огромных домах и потом обсираются, выходят вот там попить, да, типа... И они обсираются, вот просто-напросто обсираются. А, если вы захотите, то если вы наберете на этой серии 20 лайков. А, и короче, скоро, в честь 20 подписчиков, у меня выйдет видео. А, вот, короче, смотрите, если вы 10 лайков набираете, да, выходит видео с лицом. Во-первых, выходит вторая серия. За неделю. Да, у меня такого почти что и не бывало. На старых каналах было, конечно, но... Это новый канал, конечно. И я попытаюсь его развить как-нибудь так. И... Ну, вот так, короче, как-то. Я, конечно, сейчас маленько считерю. Я напишу Time's a Day, чтобы с вами попрощаться. Так... О, а это что такое? Подождите. Так, время. Восход. Так, и сейчас я переключу настроечки. Видео. От третьего лица. Так. С
за херня со мной? Ладно, окей. Так. Вот так вот, типа, я... У меня на голове вот так вот, типа, солнце, да? И всем спасибо за просмотр. С вами был я, SpikeFit. Всем удачи, всем пока. Если вы наберете 10 лайков под этим роликом, то сегодня, ну не сегодня, а на этой неделе, может быть в субботу, может быть в воскресенье, выйдет второй ролик. Так что все зависит от вас. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, SpikeFit. Всем удачи, всем пока.